закусон олигарха. Закусон олигарха, да. Нихера себе. Олигарх завтракает. У нас первое... Надо календарь перевесить. 1 января 2022 года. Ура, товарищи! Ну как тебе закусон олигарха от Лолика? Нормуль? Олигарх? А? На улице тишина, никого нет, все спят, все по норам. Ветер сегодня, кстати. Девать некуда, навряд ли уехала машина. Ну, оденусь, пойду. Ну, сходи, да. Коля вчера поставил машину на место чужое, вот рядом со мной. Сейчас выйдет, посмотрит, если будет куда перегнать, то перегонит. А то пакать будут соседи. Один он машину чистит, куда собрался. Значит, не пил вчера. Так, ну и чего? По поводу вчерашнего встречания Нового года. Мы, наверное, посидели, полежали, посмотрели. Ну, часиков до 2 ночи прободрствовали, потом отключились. Как раз уже перестали хлопать салюты. На улице стало тихо, и мы заснули. Утром Коля проснулся. Он проснулся рано, он часов, наверное... Ну, может, 8:30, около 9 проснулся. Привет, Гуль. Вот, включил телевизор и потихоньку смотрел новогодние фильмы. Я же досыпывала еще, наверное, часов до 11 под эти фильмы. Ну, короче, как планировалось, так и получилось. Сидели, сколько сиделось, спали, сколько спалось. Синички он прыгают. Сейчас я вам нашиплю, гулькам тоже нашиплю. Ну и планы на ближайшие 2 дня ничего не делать, такого глобального, просто отдыхать. Бабах, бабах, я не успела заснять бабах. Что такое лохматый в этом году? Не чесался? А, шапка. Короче, все места заняты, Коля машину не переставил, пусть стоит, ну а что делать, вообще, говорит, все в снегу, все как закопались, никто никуда, все недвижимости, никто никуда не едет. Тут и пей шампанское с закуской олигарховской. Шампанское по утрам пьют кто? Аристократы, дегенераты, еще олигархи плюс ко всему. Это точно. Ну сейчас я смотрю... Мужики все прут в этот магазин. Похмеляться? Короче, на улице одни собаководы и похмеляторы, да? А что заранее не купить себе алкоголя, чтобы второй день не ходить? Или они все попили? Не сильно, знаете, кто там. Самое смешное сходить 1 числа в магазин за хлебушком, да? Все кончилось, хлебушка нету. А на вид как будто рыбки, ну, как будто вяленые, да? На крючок, вот так насажу, на шоколад. Как ты думаешь, рыба пойдет? Оставь. А, он растает. В холодной воде не растает. Растает. Он просто не насадится, сломается. А, если салфан оставить половинку? Не, пошли ни хера рыбу шоколадом кормить. Охереть, он селедку дешевую. Кому скажи, засмеют, скажи. Рыбак шоколадом рыбу кормит. Она должна кормить тебя. Зуй сам тогда. Слушайте, сижу, мне прям очень интересно. Давайте вместе проконтролируем этот процесс, получится мне или нет. Короче, я только смонтировала видео. Обычно я монтирую все заранее. Монтирую заранее, выкладываю в интернет заранее, ставлю на таймер. На 2 часа дня обычно у меня выходит видео. Вчера я не успела смонтировать видео, оставила это на утро. Сейчас я его смонтировала. Время 13 часов 11 минут. Оно у меня должно пройти визуализацию. Это занимает достаточно много времени. И потом, после того, как оно визуализируется, мне надо загрузить его на YouTube. И мне просто интересно, я успею к 2 часам или не успею, потому что время осталось 50 минут. И давайте вместе посмотрим, моя тютелька, это тютелька сегодня, моя тютелька сработает или нет. Если мое видео выйдет, это же можно будет проверить потом даже задним числом, во сколько оно вышло. Если мое видео выйдет сегодня, 1 числа в 14:00, значит, моя тютелька сработала. Если нет, значит, немножко с тютелькой я ошиблась. Пока видео грузится, повесила календарик, который прислал мне Дима с Олей, прислали с Крыма. Это судак. Гляньте, какая красота. Вот январь месяц, 1 января. Но здесь не было вот этого ползунка. Я его сняла со старого календаря. У меня на старом календаре этот ползунок спадал. На новом тоже. Вот видите, длинненькая эта штучка. Но я при помощи прищепки закрепила. Ничего страшного. Вот и теперь
никогда не забудем, какое число и какой день недели. Ну, что хочу сказать, 70% визуализировалось время 13:46, и в 14:00 мое видео не выйдет. Ничего в этом страшного нет, не выйдет попозже, но хотелось бы, чтобы тютелька сработала. Но сегодня не этот день. Ну что же, видео вышло, вышло не в 2 часа, вышло в начало 3-го. Ну, это не столь важно, просто я проверяла свою тютельку. Тютелька сегодня отдыхает. Вот, сейчас буду монтировать видео на завтра, и потом пойду с Колей валяться, тоже посмотрю киношки какие-нибудь, буду отдыхать. Не знаю, буду снимать или не буду снимать сегодня что-то. Если буду снимать, вы это увидите. Если я сегодня снимать ничего не буду, то тогда попрощаюсь с вами до завтра, чтобы сделать как обычно. Всем пока и снова здравствуйте. И снова здравствуйте. 2 января. И сегодня я проснулась с радостной мыслью. Знаете, с какой? У нас 11 января заканчивается полярная ночь. И буквально через 8 дней это произойдет, не считая сегодняшнего дня. Поэтому радостная мысль была та, что скоро конец полярной ночи, скоро увеличится световой день. А пока на улице, как обычно, темно. Сейчас время 11:30. Я проснулась сегодня в 10. Короче, Лена вылеживается, аж бока болят от этого лежания. Ну, кажется, все лежат, потому что машины прям ни одна не сдвинулась со вчерашнего дня, и все полностью под снегом. Поэтому лежебочничает больше половина страны. А я поставила вариться картоху. И сейчас пожарю мясо, потому что завтра уже Коле на работу. Надо что-то готовить. Мне тоже завтра на работу. Ну, себе что-нибудь придумаю. А мы выбрели на улице. Коля понес коробку на помойку. Вернее, не мы выбрели, а Коля меня вытащил. Ну, смотрю, люди ходят. Снега навалило вообще капитально. Вот, решили дойти до магазина. Кое-что надо купить по мелочам. Вот, салат с зверюхом. Ну, и всякого чего. И заодно проветриться. Мужчина, вы куда? Вы про меня позабыли. Мужик идет в маске, так посмотрел на меня. Скачок пристает к мужикам, к чужим. Да, снега навалило. Вообще нормально так. В какой магазин пойдем? Пятерка. Пятерка? Там лезвие. А, Коль, еще лезвие надо для сцепля. Для станка. Вот здесь стояла машина на Колином месте. Вот здесь вот. И вот кто-то накидал. А как он выехал-то? Где следы? Вот, куда кучу накинули. Вон, кучу накидали прям вот на стоянку. А теперь тебе не залезть сюда, Коль. Я вот наверх ставь, если что. А ну-ка, там на выезд. Завтра я выйду, давай посмотрим. Выйдет. А, тут накатали. Не, нормально. Завтра только пораньше выйти, машину почистить. Пятерочка закрыта на неопределенный срок по техническим причинам. У нас тут еще, оказывается, магнит... Хватит кашлять! У нас тут магнит-косметик есть, я тут ни разу не была. Коле нужны лезвия, они точно тут будут. Здравствуйте. С Новым годом, девушка. А вот и лезвие. Так. Девушка, вот такие мне лезвия надо. Не помню уже лет. Я просто... Мак-3 я брал вроде бы. Не подошло? Нет, подошло. Вот такие, похожи, да. Ну вот они, Мак-3. Они там подходят ко всем линейкам. Сколько Мак-3 тут? Сколько штучек? Здесь две штуки. А больше есть? Больше 4 штуки. Ну, тут 4, да. Ох, и рыжая, ох, и рыжая, тетя Клава. Вам хорошо с такой стрижкой-то? Какая? Да классно, и покрасили. Вообще прелесть. Хорошо. Молодец, Светик, вас это в порядок привела. Я вчера сидела на Новый год, налила стопочку. Но. Выпила, проводила старый год. Вот. Путин поздравил. Я еще стопочку маленькую выпила, закусила и легла спать. Молодец, все как положено сделали. Проснулась в 7 часов. Рань так. А вы с Колей вдвоем, что ли, отмечали? Вдвоем. Мне Андрюха приходил с девушкой со своей. Пока Коля на работе был, мы с ними посидели. Потом они уехали, Коля приехал. Ну и вот так вот. Ну, молодые
свои с вами же не будут сидеть. Да нужны мы им, правильно. У них своя там канитель. И то хорошо, что приехали. Где Николай? Болтает по телефону. Сейчас пойду к нему. Яковлевна, привет. Да я тут поздравляю. 31-го не дозвонился Дмитричу, пенсионеру моему. Сегодня дозвонился. Он говорит, я уже спал. На херуе, опа, не понял. Эй, рыжая, хоматая, слышишь? И откуда такая появилась? Нифига себе. А что так сильно рыжая? Нормально, глянь, классная какая. Потемнее надо. Не надо потемнее. Как у тебя прическа? Короткая стрижка у нее. Звонил я тете Насте. Ну, мы на выходные съездим к ней. Я буду выходной. Вот посмотри на Кузю. Кузя лежит. Видишь? Ну, на покрывале. Да, да. Болеет. Он болеет, еле дышит. А чего? Кто-то поцарапал, вытек глаз. Ни хера. И сейчас он ослеп, но он ничего, уже 2 недели ничего не ест, только воду пьет. Ясно. Ну, наверное... Не умирает через раз. И жалко. А тут Натахин кот присосался, живет, лежит он на диване. Слушай, что это? Тут не покрашено. А это как? А? Смотри. Снег видим. Ух, нихера себе. Глянь, вот тут слой. Он навалило. А, кота вижу. Сбоку. Ну, вот такие наши 2 дня. Отдыхали, созванивались, болтали, смотрели телевизор. Короче, бездельничали. И видео я даже почти не снимала. Наснимала небольшое видео за эти 2 дня. Не стучи на меня зубами. Вот. Ну и буду заканчивать на сегодня. Как обычно, всем скажу пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео.